Как говорится, и снова здравствуйте, друзья, с вами Драйвер51Рус. Версия игры у нас не меняется, как обычно. Значит, поедем сегодня, ребята, на полигоне Виторгана. Ссылочку найдете в группе, также под видео на канале. Также под видео на канале найдете там ссылки на саму игру, старой, новой версии, для работы там в фотошопе с текстурами, короче, много там чего есть. Поедем, ребята, сегодня допилил, доработал немножко КамАЗ-5320. Очень долго ждали и хотели его, многие писали. Значит, автор мода, я так понимаю, Рони, данного КамАЗика. Вот. Сделали синхронизацию, давайте на полигоне загрузимся. Так. Давайте создадим. Ага, давайте сразу сделаем русский язык. Так, русский язык. Есть, да. Создадим, ребята, тут у нас есть КамАЗ, уже по-русски все сделано. КамАЗик, вот такой КамАЗик. Значит, я немножко поменял тут текстурку. Текстурку поменял, ребята, значит, сделал синхронизацию света. Свет будет виден всем играющим в мультиплеере. Мод играет в мультиплеере. Только есть два недочета. По мультиплееру, ребята, не будет отображаться один прицепчик, то есть в одиночной игре он будет работать. Значит, сейчас я вам покажу прицеп рефрижератор, вот такой вот он в мультиплеере. Вы когда будете его ставить, он не будет отображаться, то есть он будет, машина дергаться, но ставится он не будет. Давайте поставим ему комплект, скажем, вот так это все выглядит в одиночной игре, да? Можно крышу ставить, даже не крышу, давайте поставим защиту кабины, спойлер, противотуманочки, значит, присутствует боковая запасочка, 150 ремонта задняя ставится, вот видите, сюда под раму. Это мы сразу все поставим. Значит, вот в таком варианте. В одиночной игре он работает, этот прицеп, значит. Не знаю, посмотрим, решим мы эту проблему или нет. Значит, выглядит обалденно, конечно, прицепчик. И вот вчера проверяли в мультиплеере, он, короче, что-то не отображается. Но я думаю, будем решать эту проблему, потому что прицеп прикольный. Все, брызговичок сзади болтается, на нем тоже присутствует синхрон, то есть все, свет, ребята, есть полностью. Вот так будете друг друга видеть мультики. Но правда, без этого прицепа, прицеп, еще раз повторяюсь, мультики не отображается вообще, не знаю почему, в чем проблема. То есть убираем его, да. Вот в мультиплеере свет весь будет вот так выглядеть, видите, то есть можно еще дальним помигать, весь свет, еще раз повторяюсь, будет сзади на прицепах, также все это будет, ребята, выглядеть видно. Например, сельхоз вот поставим, будет видеть, все это будет у нас. Стопы только не буду, не будет видно, габариты будет видно. Ладно, давайте, бог с ним, включаем ночь день. Так, разбираемся по аддонам. Значит, рефрижератор у нас тут есть, да? 600 ремонта. Давайте сразу начнем со всего. Так, значит, есть у нас, ребята, кран. Кран функционал рабочий полностью у него. Так, давайте снимем, мешает спойлер. Спойлер убираем, ставим кран. Кран можно поставить на увеличенную
на крышу маячки. Значит, также есть маячки для увеличенной крыши, то есть когда ставите крышу увеличенную, для нее тоже есть свои маячки. Давайте кран, ну давайте проверим кран побыстричку. Кран это Дмитрия Романенко, по-моему, точно, да, вроде его, с его командой я снимал. Так, так, 4, раздвигаем лапы, 3, и погнали, поднимаем его. Все вот рабочие ребята. Раньше у меня, посмотрите, на канале было видео, я там 66-й на гараж вот на этот поставил. Блять, что-то заводится, зараза. Давай поехали наверх. То есть все, он поднимает, ребята, без проблем. Так, 3, давайте попробуем дела еще. То есть можно даже зила, ребята, запихнуть вон туда на этот самый, на гараж поставить. Так что адекватно рабочий кран. Нормально зил воткнуть, сейчас упадет, наверное. Давай падай, зараза. Падает потихоньку. Валится, валится. Сейчас пы. Так, ладно. Возвращаем кран. Все, зил у нас свалился. Так. Все функционально, короче, по крану разобрались. Крану, ребята, можно поставить краном. Кран у нас везет 2 очка гаража, плюс присутствует тут у нас, видите, дополнительный бак 250 литров залить можно. То есть вот по крану 250 литров, 500 ремонта и 2 очка. Также можно к нему, ребята, в комплекте, например, поставить. Есть у нас прицеп-вагончик. Вот в таком макаре можно ехать. Прицеп-вагончик у нас, ну, в принципе, все такие, контейнер прицеп, там все по 600 очков и 2 ремонта там. То есть гараж можно в комплекте таком открывать спокойненько. То есть вот, вот так, например, да. Включим свет, делаем скрин. Все, отлично, есть такое дело. Значит, так, снимаем эту балду, снимаем кран. Давайте сразу, наверное, поедем туда назад. Поставим по загрузке, посмотрим. Отрегулировал, тут не было, была проблема с загрузкой. Загрузкой и выгрузкой, да. Ставим бортовой прицеп. Такой же есть аналогичный бортовой прицепчик у нас. Там это у нас борт и бортовой прицеп, да. Вот, значит, все это у нас грузится по 2 очка загрузки делает. То есть можно смело. Оп, все, видите, загрузилось, ребята, скидываем груз. Все сейчас адекватно скидывается, адекватно загружается. Прицеп подпрыгивает, потому что стоит жопа чуть выше. Всегда ставьте прицеп ровно, чтобы не закидывал его вверх. Значит, вот, вот такой у нас получается комплект, да. Давайте скинем сейчас. Прицеп чуть выше стоит, ее сразу начинает закидывать. Так что имейте в виду, чтобы прицеп стоял ровно. Так, ладно, скидываем. Ребята, это все у нас грузится. Так, скидываем бортовую. Скидываем прицеп. Такой. Ставим бортовую платформу 2, ребята. Вот такой кузов у нас. Под него тоже есть в комплекте прицепчик, пожалуйста. Также, ребята, по 2 очка все будет. Также, ребята, отрегулирована выгрузка, загрузка, там скидываем груз, также грузим его обратно. Все, ребята, работает, это отрегулировано, сделано. Также синхронизация по прицепам, по бортам есть. Так, снимаем его,
по функционалу. Ну, ребят, скачайте, посмотрите уже, или сейчас просто успевайте смотреть. То есть 600 ремонта, пожалуйста. Также еще повторюсь, данный прицеп рефрижератора не работает в мультиплеере, он вообще не отображается. Я думаю, эту проблему будем решать. Возможно, все это дело решится. Прицепчик прикольный, красивый. Очень бы хотелось, чтобы мультиплеер он работал. В таком Макаре тоже в одиночке можете открывать гараж. Значит, давайте щелкну скрин. Блин, как его тут раскорячить-то получше. Угу. Такой, ребят, скрин сделаем. В принципе, скрины. Заходите, подсоединяйтесь у меня в Steam, друзья, и смотрите там скрины. Ссылочка на канале сверху там должна быть. Значит, снимаем рефрижератор. Присутствует, ребят, топливная цистерна вот такая. Значит, что у нас везет? 450 литров, 400 ремонта, да? Можно еще в комплект цепануть ему прицеп цистерна. Тоже, по-моему, Дмитрий Романенко цистерна такая. У нас грузится, проседает как положено. То есть убираем это, давайте поставим ну ладно, по колесам пробежимся чуть позже. Вот. Давайте такой скрин залепим, пусть будет, как говорится. Так, скидываем прицеп цистерны, ребята. Также синхрон на них, на всем полностью моде есть. Так, скидываем, что тут было, где у нас мадонов куча, блин, все это загружу, ребята, сможете скачать на STMods. Так, значит, ребят, присутствует у нас эвакуатор, значит, надо снять нам запаску, да, боковую запаску. Так, есть, сняли. Вот, ребята, вот такой у нас все тоже рабочее. 66-й, вот я, например, без Кунга спокойно загонял туда УАЗик. То есть можете поиграться там, что-нибудь повозить, кому интересно. Давайте скорее еще бахнем. Такой. Так. Давайте скидываем его. Так, что еще? Тут есть контейнер, ребята, тоже 600 очков и 2 очка гаража, 600 ремонта. Можно спойлер поставить, там красивенько хоть было, да? Можно в личную крышу, давайте поставим. Снимем очки, снимем спойлер. Защита, защита, где-то должна быть, где она? Защита кабины. Ставим личную крышу, запаску боковую, маячки можно поставить для увеличенной крыши. Также прицеп, ребят, присутствует. Такой же, в таком Макаре можно ехать открывать гараж тоже в легкую. Давайте такой еще скрин бахнем. Так, да ё-моё. Так, снимаем прицеп, снимаем контейнер, где он есть. Контейнер, защита, кузов, сельхоз, ребята, еще есть у нас с таким же прицепом. Значит, у кузова и у прицепа присутствует анимация. То есть 3. Поднимаем, да. Так, 5, 6. Открывается все, ребят, закрывается. Прикольно выглядит. Так. Тройка. Как его обратно загнать сейчас? Так, опускаем. Также, ребята, четверка кузов на самой машине делает то же самое. То есть также 4. Ой, не то открыл. Так, 7-6. Так, вот есть, ребята. Все работает, ребята. Так, четверка опускаем, да, его. Также отрегулирована тут загрузка, погрузка по данному. Также грузим, также прицеп грузим. Все, ребят, загружается. Вот в таком Макаре можно спокойно гнать. Давайте скрин бахнем.
Теперь же. Так, давайте сейчас скинем, загрузимся, да? Чтобы вам уверены были. Так, вот мы скидываем все, ребята. Также обратно все загружаем. То есть, если погрузчиком вы каким-то туда бревна накидаете, 4 коротких бревна, то все, ребята, это сможете загрузить. Подпрыгивает чуть выше, прицеп стоит, начинает прыгать, так что прицеп ставьте всегда ниже. Еще раз повторюсь, противотуманочки, значит, тоже у нас светят все. Также будете их в мультиплеере видеть днем и ночью. Так, погнали дальше. Так, скидываем прицеп сельхоз. Так, где прицеп сельхоз, где тут тоже скидываем. Так, теперь, ребят, поставил, конечно. А, еще гаражные части, е-мое, это еще не все. Сейчас, подождите. Прицеп фургон. Также вот в таком макаре, ребята, можно мчаться. Обалденно. Выглядит все, естественно. Так, я не пойму. А, что вот. Угу. Гараж ехать можно открывать. Автомобиль, ребята, задний привод. Реально. Поковыряться где-нибудь на нем, катались мы в мультиплеере, очень понравилось, вдвоем просто вот мы укатывались за счастье, просто прикольно, с лебедочками, с помощью друг другу, обязательно, потому что туго идет вообще, так где-то было гаражная ерунда, запаски, мигалки, автономка, ребят, присутствует. Поэтому в мультике, ребята, можете друг друга грузить, кто-нибудь поставил автономочку и погнали, да? Так, также, по-моему, ребята, дефолтные прицепчики вот эти я поставил, цепляются все. То есть, можете ими пользоваться. По-всякому, по-разному, короче, вариантов миллион установки, всякие разные, так. Так, ну, естественно, давайте проверим еще эту. Так, 3-4, еще открываю, так, что-то делаю. А, это стрела. Так, захват, так, ноги. Оп. Оп, все работает. 3 стрела, давайте стрелу тут полушкаем, и это все. Все у нас, как говорится, тип-топ. Работает 4, так, верни, так, 7 6 5, все, ребята, все рабочая полностью штука. Так, сейчас ее давайте еще попробуем загрузить по быстричку, да. Также все, ребята, грузится, также все скидывается, то есть можете себя загрузить, другие загрузить без вопросов. Давайте еще дефолтный прицеп воткнем, тут тоже без проблем все загружается, то есть все можно скинуть, ребят, также можно все загрузить. Вот можно такой скрин сделать, опять же давайте щелкнем. Так, бортовой прицеп скидываем, автономочка где-то была. Скидываем. Также, ребята, есть у нас ремонтные части дефолтные, вот такие. Под них, ребята, можно еще раз повторить, поставить выхлоп, например. Вот так это все будет прикольненько выглядеть. Вот. Давайте, ну откуда щелкнуть-то? Как вот скрин бахнуть? Надо же бахнуть скрин обязательно. Значит, также за место выхлопа, ребята, выхлоп у нас 100 очков, можно, например, поставить запасочку сюда. Вот. В таком макаре 150 очков ремонта. Вот, все, можно вот так мчаться. Значит, выглядит, в принципе, все достойно, гармонично. Присутствует, ребята, анимация брызговиков, еще раз повторюсь, вот, видите, болтаются.
присутствует анимация кордонов. Вон она есть. Анимация, ребята, кабинки тут у нас присутствует с Ольгой Цаном. Также, ребята, присутствует вид из салона. Вид из салона с пассажирского сидения, да. Давайте такой скриншот сделаем. Также, ребят, присутствует анимация руля. Это Роман у нас все тут, видите, сделал. Я так понимаю, все-таки это мод Рони. С участием там аддонов, по-моему, текстур, там чего-то еще. Посмотрите, все будет прописано. Мод обалденный. Прям я балдею с него. У Романа, как всегда, моды все на пятерку. Так. Ну и что, давайте по колесам, по быстричку сейчас пробежимся, сейчас съедем в гаража сюда куда-нибудь. А, ну тут еще проблема есть. Вторая проблема — это вот колеса. Одни, ребята, отображаются в мультике хреновенько, то есть Макси там что-то их надо подзапилить. Давайте колеса поставим, посмотрим. Так, значит, стандартные у нас вот такие. Идут шоссеечки с таким протектором, ребят, шоссеечки вот с таким протектором, ребят, шоссеечки вот с таким протектором, обалденно красиво, ребята, вот такие внедорожные у нас колеса, значит, ребят, присутствуют вот такие, это тоже, по-моему, не знаю, наверное, то ли с Дмитрия Романенко, наверное, снимал я колеса, то ли с Рони, потом, ребят, потом вот такие колесики, ребят, вот такие шоссеечки у нас идут. Ну давайте появляйтесь, это я понял, с колпаками, с такими, это, ребята, с мода Доктора Дизеля. Ну тоже смотрится прикольно, офигенно в мультиплеере отображаются. Все намокает, блестит, как положено. И вот проблема вот с этими колесами, ребята. Значит, передние колеса, вот эти, даже давайте я сейчас создам, например, еще КамАЗик, да, посмотрим, он должен, по идее, должно быть видно, да, вот видите, то есть в мультиплеере, вот колеса, видите, белые, и ободок здесь белый, это в Максе, видно, надо править, в Максе я не шарю ни хрена, то есть вот, видите, они беленькие, то есть задние колеса все отлично, с передними тут шляпа небольшая. Пока их оставляю, да, возможно, это все исправится и будет работать отлично. То есть, как говорится, надежда умирает последней. Попробуем замутить. Так, ладно, удаляем этот КамАЗ. Посмотрели мы его. То есть, не ставьте просто мультики эти колеса и все. И будет все. Хотя можете себе ставить. А кто-то будет ехать на других колесах, и тогда все у вас будет прикольно отображаться. То есть, видите, когда сами вы едете, этого всего не видно. Значит, имейте в виду. Так, ну давайте зарядимся побыстричку. То есть проблема тут идет сейчас. Вот эти колеса передние надо починить. И прицеп, ребята, вот этот рефрижератор вообще не отображается. В мультиплеере не отображается. То есть надо как-то эту тоже проблему решить, и в принципе все будет офигенно. Так, теперь что я делаю, давайте скидываю я ремонтные части, где-то они тут должны быть, а у нас куча, блин, всего, короче, куча. Так, и поставим давайте рефрижератор вот так, например, да, и поставим колесики дефолтные, ой, вот такие. И поехали с уличной крышей, с мигалочками, мигалочками снимем, нахрен они нам не нужны, даже и уличную крышу, наверное, мы снимем, давайте, или мигалочки только снимем, давайте, вот видите, маячки, уличная крыша, мы их снимаем, так, уличную крышу мы тоже снимаем, защиту кабины ставим, ставим спойлер, о, красота. Как говорится, красота. Блин, быстро как-то быстро работает. Давайте сделаем такой скрин. Или давайте дальше делаем скрин. Поехали. Значит, все, помчались.
Ребята, мод полностью свет синхронизирован для мультиплеера. Мод работает в мультиплеере. Так что всем советую. Конечно, прицепчик жалко, что не работает. Все, то есть, есть у нас тут. Давайте в лужу, наверное, не будем его засаживать. Ну, давайте, поехали, ладно, по лужу. Делаем скрины. Лужа, в принципе, такая не грязевая, поэтому все должно быть хорошо. Подкрутил ему, ребят, моторчик, подвесочку немножко подправил. Звук камазовский. Офигенный, хрюкает тут на перегазовочке, обалденно. Вот эта нижняя юбка, ребята, аккуратно притормаживайте перед ямами. Стукается постоянно, прилетает урон. Так что имейте в виду. Да, прицеп, конечно, надо победить этот прицеп, чтобы он в мультиплеере работал. Выглядит обалденно просто. Я почему-то думал, что он будет работать, но тут закинул его. И смотрю, что тут полная шляпа. Грязь. Ну, давайте в грязь. Ну, с прицепом он, наверное, не пойдет, нифига, я так понимаю. Вот он. Понижаечку. Наверное, жопу прицепа вывесил просто. Блин, зацепиться-то нету, что блин. Блин, нет, есть. Сейчас мы его куда-то запродернем, опустим, может он нормально поедет. Все, ребята, отцепляем лебедку. Потащились. Колеса тут, ребят, поднастроил так, чтобы грязя не гребли. Ну, видите, все, даже вот грязь, да, вроде с таким большим прицепом. Тащит потихонечку, на понижаечке, все в адеквате, все едет. Не сказать, что уж прям айс, но что вы хотите, задний привод, прикольно. Все, опять мы застряли, короче. Ну-ка, на автомате давайте попробуем. Попробуем на автомате. Опа, я собью камазюку. Видите, ребята, никакой лебедки нафиг не надо. Главное, как говорится, мастерство. Давай, давай, дружок, почти вышли. Так вот, все, ловкость рук, как говорится, никакого мошенничества, мастерство не пропьешь, е-мое. Все, отлично. Ветер обхарю, я еду, короче, да? Жалко, конечно, ну, с прицепом, ребят, будем бороться, буду, ребят, мододелов, кто в марте шарит, просить помощи, чтобы его починили, да? Возможно, найдутся добрые люди, как говорится, помогут. И прицеп будет в мультиплеере работать на ура. Сейчас пока он вообще не появляется. Ну, скачайте, посмотрите сами. Значит, вот, ребята, такой КамАЗ. Я не знаю, мы на заднем приводе катались тут вчера. Вообще с Ромой тут обалдевали. От души просто повеселились. Ребята, на побережье, на дефолтной карте, 3 часа мы выкатывали, короче. Ну, там колеса еще были не настроены, поэтому пришлось нам долго там возиться. Вот, сейчас я перенастроил колеса, посыпки, значит, посцепление. И сейчас, видите, он едет нормальненько такого нет. Надо
понижать, чтобы убить. Переправой. До этого я ездил по мосту. Сейчас давайте маханем через реку. Попробуем с прицепом. Да, на газку побольше надо давать. Едем, ребята. Что вам сказать? Едем. Мало того, что едем, переехали реку, спокойно перешли. Ну, тут, конечно, да. Тут, ну, засели. Так, давайте-ка привод. На автомате сейчас. Назад. Попробуем сюда. Тут вроде пологий такой подъемчик. И шиз, зараза, но лезет. Чудесно просто, ребята. Блин, я просто рад. Обалденный. Вот. Всем советую, качайте. Для фанатов. Для фанатов, кто любит на КамАЗах погонять. Советую, ребята, качайте. В мультиплеере насладитесь на полную катушку. Ну давайте поставим сельхоз. Снимем этот чертов спойлер, где он есть. Спойлер-то где? Ага, вот он. Уже просто в глазах тут все. Так, снимем защиту кабины, поставим личную крышу, поставим. Мальчики не будем ставить. Прицеп сельхоз. Так, запаски у нас стоят. Передняя, задняя, все вроде есть. Тут у марки стоят, да. Вот, ребята, еще раз повторюсь, ночью вот так вот будете друг друга в мультиплеере видеть. Вот в таком макаре, вот. Видите? Все видят? Я думаю, что все. Все, свет полностью сделан под мультиплеер. Все, ребята, рабочие. Так, блин, день-ночь. Давайте грузимся. Вот, видите, ребят, прицеп ровно стоит, все, он нормально загружается. Вот, давайте еще раз покажу, вот, скинуть. Все это, ребята, у нас. Видите, без проблем. Когда он стоит ровно, он никуда не подпрыгивает. Так что равняйте жопу на прицепе. Все, отлично. Давайте поставим другие колесики какие-нибудь. Шоссеечки такие. Давайте вот так на таких прокатимся. Даже давайте вот я, наверное, от доктора дизеля сейчас поставлю колеса. Так, где-то они тут. Внедорожные. 2, 1, вот эти, не те, блин, тоже, а, там шоссейки, вот они, вот, обалденно смотрится, да, прям в радость. Блин, скриншот надо обязательно сделать такой, красивый, да. Как-то вот так. Все, есть, погнали. Ну все, вот ребята загрузились и поехали, да. Ну, грязь тут уже я не полезу. Груженный, да. Итак, обзор что-то я тут затянул. Бывает иногда, ребята, видео пишу ночью. Жена спит, потом забываю включить микрофон и записываю видео без звука, так что не обессудьте. Такие небольшие рабочие моменты. Ой, сейчас я свалюсь нахрен. Вот. Ова, по экстриму, короче, шпарим, да?
экстремально. Ну и небольшая в мультиплеере там проблемка у прицепов. Что-то с задним мостом там он гуляет, прыгает. Хотя вот мы играли, сильно внимания на это не обращали. Как бы пофиг нам было. Нормально ехал все. Это дело. Мод, в принципе, достоин как бы внимания. Доработочка. Тем более, как бы вот это. Этот КамАЗик вот был, он был с белой кабинкой. Я, видите, кабинку маленькой перепиндюлю, номера тут поменял. Притормаживайте, ребята, притормаживайте юбкой передней, вот этим вторым бампером цепляется, так что аккуратненько, потихонечку, еще будет best of the best, как говорится. В принципе, вот видите, вода тут, грязь, как все там нормально тащит. Буксует тихонько, но едет без проблем. Блин, колпаки так блестят, вообще обалденно. Да? Не могу нарадоваться никак. Так. Ребята, я говорю, хоть и задний привод приятно покататься. Я понимаю, что многие там начнут плакать. Вот нафиг он тут нужен. Многие постоянно, кстати, плачут. Нафиг он нужен. Не нравится, не качайте. Какой вопрос тут, японский городовой. Я думаю, что фанаты и любители спинтейроса, любители КамАЗов обязательно его скачают. Обязательно покатаются, поставят лайк, скажут. Димон, офигенно получился КамАЗик, напишут комментарии, естественно, враги напишут что-нибудь плохое, неадекватные, непонимающие люди, как бы, ну, я считаю, что спинтайры, почему не погонять на такой машинке, вполне, я много, как бы, в свое время ездил, на машине, да, и в отпуске, и по делам, и по работе. Много раз видел, что вот такой КамАЗ задний приводной с платформы лесовоза по говну там таскает бревна. Так что съездите куда-нибудь в российскую глубинку, где ребята люди пилят лес, и посмотрите, где идет вырубка, на каких машинах там что-то таскают вырубка. Все, приехали, можно разгружаться, но я думаю, что я поеду так. Ссылаться туда, наверное, я не буду. Ух, как я пропендирую. Может, на туре прицеп отцепить. Давайте скинем прицеп. Так. Скинем прицеп. Не буду я его разгружать. Поеду прямо с дровами. Попробую сунуться в Витиной ямы. Хотя я думаю, что тут он точно не пройдет. Аккуратненько. Никак. Засадили КамАЗа, короче. Давай, давай, давай.
банда власть. Все, засадили, короче. Дела встряли. Ну, для этого есть ребятка. Не зря, что ребятку придумали, правильно? В игре. Такой грязнуля, блин. Ребята, сейчас я попробую объехать все это дело. Все хорошо начиналось. Дальняя левая сторона вообще вывешивается там вся. Ребята, вот вам и ответ по поводу проходимости и неадекватности мода. Все, ребята, работает, все едет так, как надо. Главное, чтобы руки не жопа росли, как говорится, и получите полное наслаждение от данного мода. От души его поймали мы. Тут он по любасу не залезет. Ну ладно. Опять юбкой цепанули, кстати, уже. Что-то поймали тут с конца. Вот так, ребята, ну, адекватный, нормальный мод. Я не знаю, мне очень нравится. И так нравится, как бы, от Романа моды, да? Плюс еще свои доработочки-то тем более нравится. Сам тебя не похвалит, никто тебя не похвалит, да? Правильно? Подвески сами все болтать, все шевелится. Назад. Вперед. Сходу надо было. Да, все видно. Вопросов по подвеске не должно быть просто. Нажмем, ну давайте нажмем еще уровень, попробуем, конечно, тут. Ну, лобовое стекло, как обычно, наверное, во все, да. Подводная лодка, поехали. Давай, давай. Садили камазуку. Могу помигать, попробуем. Нет, так, задний. Короче, ладно, застряли. Блин, на грязюка где-то есть.
Еще, блядь, у нас есть, ребят, лебедка. Лебедка и погнали. Поехали. Такой скрин. Адекватные ребята, машинка. Думаю, что на днях, возможно, запишем стримчик какой-нибудь, найдем, покатаем. Кем-нибудь, если найдутся, как говорится, желающие. Так это последнее время все заняты очень сильно. В принципе, КамАЗ мог бы выйти и пораньше, просто ребята, не с кем было в мультиплеере потестить 3 дня. Вот я сидел. В итоге вот Роман дождался, наконец-то. Вот Роман там посреди ночи, часа в 3 или 4 утра мы катали его в мультике. Спасибо ему огромное. Роман Усанчак — это победитель конкурса в группе, кстати, выиграл у меня игру. Вот, ребята, вот такой обзорчик получился на данный КамАЗик. А, ну давайте еще по скорости его проверим. Все. А вот уж пошла такая пьянка, как говорится, орёт последний огурец. В принципе, ребята, вот грязевые подтоки всякие, вот эти небольшие ямы, лужи, тащит нормально, я говорю, мы побережье откатали прям в радость. С лебедочками, конечно, но все равно. Давайте прям груженые так и поедем. Ну, в районе, я думаю, 40 он спокойно едет. Это груженый. С учетом, смотрите, что он груженый. 45 выдает. 46. 47. Ну, пустой, наверное, я думаю, ребят, под полтинник он спокойно увалит тут. Ой, тормози, 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 парень. Ну-ка, давайте скинем. Вот. А, скинем борт вообще. Ну-ка, давайте. Нафиг я это включил. Ну, состояние, да, гараж, прицеп, там где пум-пум, где-то есть, так, кузов, сельхоз, скинем его. Да, и поставим. Давайте бортовую платформу поставим. Надо было, конечно, на том участке больше всего скорость видно. На полигоне. Поймаем, наверное. Значит, на следующем маску там урон прилетает. Сейчас вот тут поймаем урон по любосу. Ой, японский дрын. Вот вам передняя юбочка, ребята, сыграла прям от души, как говорится. Поэтому притормаживайте. Как в жизни люди ездите, так и ездите.
колеса мы поставим. Какие-нибудь такие маленькие. На них попробуем садануть. Да вот на этом участке дороги все время самая максималка разгоняется машина. Так что. Ну 49 он идет, то есть я думаю, в принципе, в районе полтоса. У него скорость. Ну, на этих колесах по-другому едет. Видите, скорость меньше. Давайте сейчас выберем место где-то с хрином. Получи по хрин гранату, вот себе. Без полный. Так, отрубаем эту балду. Ставим, давайте прям на ходу. Отклон скидываем. Ставим крана. Ставим где вагончик наш. Прицеп вагончик где? Вагончик. Ну вот, ребята. Прикольно-то вот так смотрится. Вот в таком макаре можно и гараж открыть, и друзей откуда-нибудь с ямы достать. Если с моста там то свалился, кстати. Тоже вариант хороший. Ребята, вот такой давайте скрин бахнем. Ну вот и все, ребят, на этом я буду заканчивать обзор данного КамАЗа. КамАЗ 50-5320. Все видите, на двери написано, да? Автором мода, я так предполагаю, является Рони Роман. Да? Автором доработки являюсь я, естественно. Аддоны Дмитрий Романенко. Опять же, все, что смог собрать, то есть кран от Дмитрия Романенко, там вроде колеса, прицеп цистерна. Короче, ну, все, что смог, то собрал, сделал синхронизацию света. Очень много аддонов, очень много колес, функциональный задний приводной КамАЗик 5320. Так что, ребят, ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал. Еще раз повторюсь, как только в группе наберется 2000 подписчиков, будет разыграна игра лицензионная, стимовская, Call of Duty Bad Company 2, да, и как только наберется 2000 подписчиков на канале, это значит в группе будет Bad Company разыграна на 2000 подписчиков, да, а на канале 2000 подписчиков, еще посмотрю, какая игра будет разыграна, тоже будет розыгрыш в группе по подписчикам.